Решил си да си купиш Мерцедес. Добра идея. Да, 160 бона. Купуваш Мерцедес. Караш. Не ти харесва. Имаш проблем. Отиваш на сервис. Могут мне вернуть за нее деньги или дать новую машину? Я не смогу прокомментировать, Михаил. Я не смогу прокомментировать. Двигайся. Имам идея. Ча запалим Мерцедес. Мога взаим някакъв лев от YouTube. Сколько тебе заплатили за то, чтобы ты сжег своего Мерса? Ровно вот столько. Вот, вот мы видим серенький столько, доллар там и ни капельки больше. Ни YouTube, ни автокомпания какая-то, ни вообще нахуй никто. Я предлагаю... Вот, вот... Молодой, вы някакой спонсор. Ни вообще нахуй никто. Я... Обаче... Няма. Нахуй никто! Я... Всичко на вятъра. Ставаш известен. Rusya'dan bir haber bu. Mihail Litvin adlı genç adam 1 milyon 400 bin lira değerindeki lüks aracını kameralar önünde yaktı. Dersel Mikhail ne? Is Mercedes road 20 lakh rupiye hai. Litvin'in bir süre önce aldığı otomobil arızalandı ve iddiaya göre araçtaki arıza... Russian YouTuber burns Mercedes. Ya, he's wild! Mikhail Litvin сжег иномарку за... Вече ты знаешь от нового места. А вот о Литвине узнали в Бразилии, в Индонезии, в Румынии и даже в Китае. Обаче, нямаш Мерцедес. Имаш миллионы глядания. 14 миллионов просмотров. Имаш миллионы последователей. Обаче, имаш нарушено авторское право, не получаешь ничто. И вообще нахуй никто! България, колата ти е развалена. О! Поставя, пак ли се развали, бе? Време е за нова кола. Това е. Lost and we both know how this ends.